Țara asta noastră așa de mică, dar așa de multă lume talentată este aici. De exemplu, acum suntem prin Găgăuze, eu am mai fost pe aici, am mai filmat și am văzut că sunt oameni talentați. Dar am zis că dă să vedem dacă reușim să găsim așa, printre simpli trecători, un om care cântă. Și de ce nu, să-l chemăm în mașină și să cânte cu noi, cu mine, cu voi. Ia, dacă nene, este la Casa de Cultură, ce faci? Здравствуйте! Здравствуйте! А, вы местный, да? Местный. А вы поете? Пою. Потому что мы здесь в машине поем. А давайте с нами, давайте познакомимся. Давайте. Я Каша. С первого раза, как говорится. А, меня зовут Иван, присаживайтесь. Иван. Андрей. Очень приятно, Андрей. Я вас где-то видел. Наверное, я вас где-то видел. И не зря мы у Дома культуры, потому что, наверное, вы здесь работаете. Да, я здесь работаю. У нас в гостях Андрей Палик. Правильно? Акцент на второй слог. Да, Палик. Да. Мы находимся в Кангазе. Наверное, один из самых узнаваемых сел в Молдове. Но об этом вы тоже мне расскажете. Зульфия, мой. Все в порядке. Все в порядке. Можете приезжать. Во-первых, как вам обращаться? Андрей. Как вам удобно? Андрей, вы по отчеству? Кириллович. Кириллович. Ну, у нас дружная передача, поэтому если просто Андрей, да, Андрей. Все нормально. Андрей Палик. Это гагаузская фамилия? История тянется с 13 века еще. Когда-то предки, скажем так, по именем Палик там были президентами, скажем, тех государств, ну, господарями. Государство просто существовало 130 лиц, по-моему. Понятно, и хорошо. И имена, кстати, тоже схожи, то, что в нашем роду там Николай, Кирилл. Я просто знаю, ну, наверное, они не связаны, но я знаю тоже у нас народный певец, его зовут Николай Палец. Вы, кстати, очень похожи, вы не знаете его? Нет. Не знаете, но он народный исполнитель. Окей, вы родились здесь, в Кангазе, вы исполнитель песен, вы певец. Ваш род деятельности в чем состоит? Чем вы занимаетесь? Я числюсь по штату как артист Дома культуры. Пишу песни для себя, для других. Сам слова, музыку. Ах, шарапшик, шарапшик, шарапшик. Хем кырмызы, хем лияз. А вы учились музыке? Учился, да. А где учились? Детская музыкальная школа, потом культ просвет имени Ильина Сырбу, Сороки. Потом в Бельцах учился я на факультете МУСПЕД. Но в связи с тяжелым временем, в то время я уехал с третьего курса в Россию. И вот буквально в 53 года я поступил в Тараклийский госуниверситет и закончил его. И вы всю жизнь занимаетесь музыкой? Было время, когда занимался строительством, как говорится. Да. Когда надо было, да? Да, 23 года по Москве. И потом вернулись? Вернулся, ну как, я наездами приезжал, выступал с ребятами. Раньше была группа конкретно наша. Ну, в то время, знаете, свадебные торжества, концерты, конкурсы. А, то есть вы пели и на свадьбах? Или да, еще да. Поете? Сейчас тоже пою. Приглашают меня как отдельно, как самого солиста. Ай, Василий, günlerden kar güzel düşer yere. Geldi gene yeni yıl, insanlara bu mayıl. Kaynadılar süsleri, donaklarla sofrayı. Sade vası gücenir, ayoz günü yaklaşır. Hazırla şarap olsun sofrada, dua içi sağlığına, işine hem ailene. Yeni yılı başladık, yapalım bile karar. Uslu dursun ortalık, yaşasın gagavuzlar. Это получается у нас 100% гагаузская песня. Да. Народный гагаузский стиль. У него есть название? Ай Василий, Святой Василий. Ай Василий, это называется песня? Да. Это и посвящено именину Василия, да. Понятно, у нас тоже есть песня, называется «Дом Василия». Но, правда, не, там про, не про Святой Василий. А Василий. Расскажите еще о себе. Ну вот во время пандемии выступать невозможно было, да. Собирать народ. Да. Мы организовались и сделали несколько выпусков видеороликов. А в Омасанда Картрестива. Эти Николы.
Ben karnımla öderken tabi laf katarsını. Gittim buradan o fanerin önce sayak. Людям очень нравится. Просит еще. О kadar kıymet oldum seme. Kokudan gele verip kendime. Кто вас слушает? Только в Гагаузии? Или нет, у вас по всему есть... миру. Что вы имеете в виду по всему миру? Ютуб во весь мир идет. Ага, понятно. И там вы читаете комментарии, что люди говорят. Нормально, у нас коллектив хороший. То есть там у вас и танцоры, и исполнители. Знаете, как говорят, если человек талант, и он талантлив во всем. Во всем. Да. А вы еще преподаете или не преподаете? Нет. Я работал преподавателем, ага. Конец 80-х, начало 90-х. Любил эту работу, но времена так распорядились, что пришлось оставить. Я так понял, что у вас есть... Трое сыновей у меня. Трое сыновей. И я знаю, что один из них поет. Или все, все поют. Все три поют. А где они поют? Где они вообще? Ну, старшие двое, они не имеют музыкального образования. Но вот Кирилл старший, он пишет песни, свою музыку пишет. Волком бежать. Пустые леса, ангелом белым творить чудеса. Он, к сожалению, уехал уже в Нижний Новгород. Это старший? Старший. Средний? Средний сын уже порядка 17 лет в Истамбуле. Работает стоматологом, но на гитаре играет лучше. И младший? А младший заканчивал музыкальную школу, пишет свою музыку. Полифоническую музыку. А где вы пишете песни? Ну, записываете? Тоже есть студия в ДК? Есть у нас у друзей, в частности, у Манджула в Камрате. Виталик, вы должны знать его. Андрей, вы 100% гагауз? Да. А в семье на каком языке вы разговариваете? В семье у меня жена, царство небесное, была молдаванкой. Мы дома говорили на русском. Угу. Я с детьми и на русском, и на гагаузском. Впоследствии жена стала говорить на гагаузском. Ну, в основном на русском говорили. Но дети все говорят на трех языках. Кирилл вообще на шести говорит. Андрей на четырех языках говорит. Английским владеют все трое. А здесь в Кангазе, ну, на работе, тоже на русском или гагаузском? Вот и русский, и гагаузский. Как часто разговаривают на гагаузском в Гагаузии? Ну, я, допустим, постоянно говорю. Молдавский знаю более-менее. Когда еду к теще... А теща где? Костешт, Субкишнев. А, недалеко. Говорю, мама, говорит со мной на молдавском? Говорит, нет, я тоже хочу русский развивать, говорит на русском опять. Но если вы развиваете румынский, она развивает русский. Если я нахожусь хотя бы 4 дня среди молдаван, ага. У меня язык развязывается. Языки знать – это полезно. Я знаю, что гагаузский – это диалект турецкого, получается, правильно? Почему диалект? Или это отдельный? Диалект? У нас в каждом селе свой диалект. А, у вас даже если в Грузии, говорить о в селах они разговаривают немножко по-разному. Да, по-разному. Мы в группе тюркоязычных, скажем... Но он отличается много? Отличается от турецкого. От турецкого. Особенно от восточной стороны Турции. Ага, ага. Там много иранских слов, арабских слов много. А вот европейская часть, скажем, Истамбул, где находится, да, там более ярко выражено, что очень похожи языки. А в гагаузском вы используете очень много русских слов? Я, во всяком случае, стараюсь говорить чисто. Угу. Но многие говорят и русский, и гагаузский перемешку. Ну, это отпечаток дало. Много времени не изучался язык практически. Сейчас в школах пытаются. А, он не изучался? Гагаузский не изучался? Не изучался. Нет, конечно. Сейчас вот спохватились. Куррикулум создали на гагаузском языке. Угу. Вот. А, но вы с турком, вы понимаете 100% друг друга? Не 100%. Нет. Нет, конечно. Но общаться сможем в любой момент. Кайнанын бири бана гүрүмсер, өбүрү кара булут сади мырылдыр. Үчүнчү заражы эп кырып дөкөр. Даттылар кафамы йок бундан бетер. Сөйлө лазымы бунар башыма. Ну, поскольку я слова этой песни вообще не знаю, но знаю, что это за песня, и знаю этот фильм. Если б я был султан, я б имел трех жен. И тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах,
столько бед и забот. Ой, спаси Аллах, не очень плохо иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. А мне интересно, а отличается смысл песни в гагаузской версии от русской? Ну как, я там еще добавляю куплетик. Мне дали перевод, но я его подрихтовал, как говорится. Расскажите мне о селе Кангаз. Я знаю, что в одно время оно было... В 72-м году я лично читал. Самое большое село в Европе. По плотности населения. У нас, я бы сказал так, визитная карточка Кангаза. Очень много колодцев. Очень много колодцев. Прямо на улице, на улице, да. И ты в любой момент можешь остановиться и выпить студеной воды, скажем. То есть они чистые, можно из них пить? Конечно. И использовать, конечно, воду. Поговорим еще немножко о молодежи. Потому что вы работаете с молодежью, вы играете, да, поете, да, с, да, молодежью. Ваше мнение, как выглядит музыка сейчас? Ну, модная, популярная музыка. Есть много людей, которые говорят, что вот раньше музыка была, а сейчас что там? Если говорить о текстах, конечно, там пустота. Что ты знаешь обо мне, что ты знаешь обо мне, что ты знаешь обо мне? Да, техника шагнула далеко вперед, много инструментов качественных, звукозапись качественная, но это же не делает погоду. Мелодия должна быть мелодией красивой, uh-huh, чтобы она будоражила душу. Тем более есть еще слова, ведь... Основная задача певца что? Довести до слушателя текст песни, о чем это, uh-huh, эта песня поет, о чем там рассказывается. Песня же что? Это вон такой рассказ в сжатой форме. Но есть и инструментальная песня. Есть, есть. Кстати говоря, у нас очень любят и молдавскую инструментальную музыку. Хора, сырба, остропец, ради бога, все нормально. Это считай, столько лет люди жили рядом, переплетается все. Чем отличается гагаузская свадьба от молдавской свадьбы? Обрядами. Например? Вот у вас как невесту принимают дом? Жених привел невесту домой, у вас как принимаете? Вот сейчас вы меня в тупик поставили. Ну, я просто расскажу, как у нас. Родители выходят, почуют всех медом, и близких посаженных, ну, начинают с невесты, конечно, жениха. Потом жених с невестой угощают медом родителей, ну, как мочи сзади там, вытянет она руку дать, допустим, маме, ага, свекрови, оттягивает руку, знаете, вот такие вот шуточные моменты. Игры. После этой церемонии уже накидывается, кто шаль накидывает, кто ковер, кто, не знаю, другое что-то, и приглашают в дом. Именно домой. Я где-то видел какую-то передачу, наверное, на ГРТ. Вы готовили? Да, я готовил. Ваше любимое гагаузское блюдо? Естественно, к Герману я его не делаю, я не раскатываю тесто. А из молдавской кухни что вам нравится? Заму делаю. Делаете, да? А еще я знаю, что вы дублируете? Дублирую. И какие мультики вы дублировали? «Каникулы Простоквашино». Шарик, всем бошка фалисен. Бізде фикирит шми. Сырыдым мен бу авучи. Ал кендіне чизме. Біз оны алдық сокактан, икадық күллюктан, пакладык. О да бана пармак бюкер. Я не знаю, что вы сказали, но очень интересно звучит. Мы его взяли, говорит, это самое. А, Шарик, ты, говорит, дурин. Пустоголовый. Мы, понимаешь, что тебя с улицы взяли, помыли, приодели, а ты мне сейчас фигвамы рисуешь. Мне интересно, дети смотрят мультики с дублированной на гагаузском? Конечно, да? Конечно смотрят, это же интересно. И язык изучать, да, и да, мультики. Ну, ради этого и делается, чтобы изучался язык. «Волка из «Ну, погоди» тоже вы озвучивали? «Ну, погоди» нет, и не пришлось еще. Еще нет? Нет. Пока нет. Ну, Матроскина четко сделал. Кот Матроскин. А невеликим сидишь, сидишь. Ой, вердеченьки, пей, мандалит пой куцае, мандалит пой куцае. Ой, вердеченьки, пей, мандалит пой куцае, мандалит пой куцае. Hey!
есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Андрей, спасибо вам за то, что вы зашли ко мне в машину. Мы спели с вами песню. Вы меня тоже впечатлили с первого момента. Я поэтому сел в машину. Мы доказали, что в Молдове, куда ни посмотри, есть талантливые люди, которые хорошо поют на всех языках мира. И это очень красиво. Выходим? Да, все. Спасибо вам большое. Знаете, что забыл? Забыл надеть жилетку. Ну, ничего страшного.